здесь уже все завершено. Интересно, открыты ли ворота, доделаны ли они? Нет, ворота еще немного не доделаны. Михаил Архангел с золотым мечом и щитом и венцом. Почти закончили уже. Такие коринфские капительки-то красивые. Неужели они из бронзы? Нет. Но все равно хорошо. Роберн. Пьяно вышли. Поедем. Посмотрим. На Мариинский парк. По всей площади пахнет едой. Дымом жареного мяса. Наверное, оттуда тоже там же находится Food Factory. Ну, солнышко, покажись. Освети-ка парк. Порядок отменный. Подготовились. К весне молчат те, кто опекает, озабочены порядком в этом парке. Все сделали. Сегодня 20 градусов. Я думал, какую курточку одевать. Может быть, ограничиться ветровкой, но нет. Еще земля холодная, все это обманчиво. В тени достаточно прохладно. Yes.
меня всегда удивляло, как барокко прокрался даже в церковную архитектуру. Барокко такой фривольный, такой легкомысленный. Эти все купидончики крохотные. Вот даже настолько прокрался в церковное искусство, что даже эти головки амуров, взятые из светского, из светской живописи, из культуры, попали в церковную, но уже под именем ангелочков. Ну ведь это же типичные амуры. Иди сюда! Вообще эластичность культуры, конечно, поражает. Что только она не может в себе впитать и переосмыслить, брать любые образы и переосмысливать их на свой лад. Это ее, как бы, конечно, тоже заражает чужим духом из-под воли. И тем не менее, вот так оно устроено. Конечно, когда она пересыщается, наверное, избытком вот этих вот чужеродных символов, образов, она начинает внутри болеть, несомненно. О! В этом году оркестры стали популярны, небольшие группы музыкантов, ну, квартет, например, да, такая форма. Надо на спокойный лад, транквильный настраиваться. Короче, я им скажу, человек передумал. Спасибо. Все готово. Заездом. Когда же старт? Ну, завтра, конечно. Все это начнет двигаться, жужжать, крутиться. Не знаю, какая завтра погода. Не смотрел. Сегодня вот первоначальный прогноз был безоблачный, а потом появилась во второй половине дня облачность в прогнозе. Парный самокат стал хитом. Вчера я видел, как одна пара упала. Или сегодня на Андреевском спуске. Не грохнулись. Молодой человек поднялся и сказал: ну что, давай, повторим трюк. И поехали дальше. Здравствуйте.
Все. Ну, состыкуемся. Позвоните. Пойдем, все, все, все. Пойдем. Спустимся к мосту Крючко. Мосточки. И домой. Так, трошки маки килами подавали. Сейчас, оп, оп, меняй. А теперь подойди еще до носика. Кому интересно? Пришла в голову эта великолепная идея. Построить эту жабу. Как он? Сейчас умел это сделать. Какой спонсор поддержал эту тему. Но этот памятник глубокого символизма. Здесь вот не продуман заезд на мост Крючко с купеческого сада. Благодарю. Так все тут продумано. Но вот нет прямой дорожки от арки Дружбы Народов туда, на верхний парк. Два пролетария. Они уже похожи на каких-то инопланетян. Каких-то древних вымерших инков и ацтеков. Кто знает, что такое пролетарий ныне? Кто может сказать, я пролетарий или он пролетарий? Вроде все понимали, есть пролетарии расы, и оказалось, что мир устроен по-другому. И исчезли пролетарии. Как единство, как класс. Что такое-то? И кто такие? Это змея бы интересно. Завтра принесу змею. Нос от мужчины. А чего ты зафиксируешь? Просто.
Татуировочка, тому приходится не сладко. Это еще ветреную погоду приходится обнажать неожиданные части тела, чтобы его показать. Это может привести к простуде, к застуде любимого места. Это есть нехорошо. Куда нам? Туда? Сюда? Сейчас решим. Судно по всей реке. Вспоминаю годы, когда здесь был такой бойкий. Такое бойкое судоходство на главном фарватере. Сейчас заедем на мыс Доброй Надежды и домой. Два пожилых артиста опять зажигают. Их теперь нанимает ресторан за двумя зайцами. Раньше они были звездами. Кафе открытого называлось «Маленькая Одесса». Mm-hmm.